с мужем переболели коронавирусом. Я за 3 дня прошла, температура была 1 день. Я сразу поняла, что что-то не то. Я начала принимать продукты несколько раз в день в теплом виде. Смешивала ложка Цельшуца, Ресторейта и Активайзер. 5-6 стаканов, прям каждый час. Как мимо кухни прохожу, стакан развела, выпила. Температура держалась сутки ровно. 3 дня было такое нестабильное состояние, очень сильная ломота во всем теле. Буквально мышцы дергала, вот как за нитки, очень болезненно. Через 3 дня это все ушло. И единственная была потребность восстанавливать ресурс. Не было сил. Ну, я продолжала принимать продукцию. И где-то, наверное, ну, не знаю, 2 недели. Ну, я думаю, что в течение месяца я восстанавливалась. И обоняние где-то